Окей, я сражаюсь до конца, у меня весь тут не собрался. Он же об этом не знает. Мэби, у меня сейчас снова выжгит карты, тогда я пиздуна засуну. Тем более я Джераксом спамлю големов на похуях. Когда он мне выжгит карты, я засуну пиздуна в колоду и Растыча. И поиграем еще. Я даже без голема, без голема играю против варлоков с големом, пиздец. На сверхразумычах чисто. На сверхразумистычах. Тебе нужна моя помощь? Добавил. Вот эта вот штучка меня раздражает. Ну что еще? Покупаю лотерейный билет на мафию 2 тока. Справа от общей суммы есть специальное поле для прибавления БТВ. На мафию 2? Ну что еще? Здравствуйте, Виталий. Меня зовут Иван, мне 53. Так я знаю, я ж нажимаю вот это постоянно. 17, играет в игры и говорит всякую руку. Благодаря вам мы учимся. Молодежь, так называемый слэм. Передайте мне привет, молодежь 911. Привет, New Lover 911, или что? Привет, New Lover 911. Благодаря вам научился понимать молодежь. Так называемый сленг. Я бы не сказал, что я как-то, ну, владею каким-то так называемым молодежным сленгом, если честно, ну, не совсем. У меня свой сленг. Так. Хм. How shall I destroy you? How shall I destroy you? Ну, тут мне не очень нравится все. Мобе это сыграть и все. Это неплохо смотрится, на самом деле. Получить дэмэджа немножко. Терпимый вроде дэмэдж. Пока что терпимый. Я еще душишь словлю. Но больше я не могу получать дэмэдж. С меня хватит. У него тоже Алекстраза есть. Давай, выжигай мне карты второй раз. У меня снова куча карт. Ну типа, это уже души. Не, на самом деле не намного больше карт. Это плохо. Вовремя. 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 Его нужно закарабтить в будущем. Там есть истерика, наверное. Сейчас. Мы все-таки поставить этого чела. Прямо сейчас. Не, не стоит, плохая идея. А если... А, блядь, тут надо подумать. Это вообще сложное решение. 7? Не, рано, наверное. 7, но это мало. Его, он может отхилиться. Там есть у него души еще. Если у него было 15 хп. Истерику я ожидал. Окей, вот здесь я это хочу сыграть, пиздец. Но я опасаюсь. Ладно, мэби это сыграть. Почему нет, блин? Почему нет? Почему нет? Почему нет? Почему нет? Почему нет, если у меня сейчас идет дамаж в лицо нормально? Почему нет? Почему нет? Почему нет? Почему нет? Почему нет? Почему нет?
Истерика была? Если там вторая подряд истерика, ну, что поделать. Очиститесь огнем! Не беспокойся! За тобой! Я где-то ошибся, у меня ощущение сейчас складывается, я где-то ошибся, мне сейчас чего-то не хватит. Сука, у меня ремувалов на Ишаричи. По-моему, я где-то ошибся. Нет, тройной ремувал есть же один, точно. Но... Бля, еще одна истерика, пошел нахуй. Это плохо, блядь. Ну что ж. Ладно, придется это. Но он меня его выжгит. Но это не проблема. Но... Только не хится на все хп, блять. Ебать. Фух, не на все хп откинулся. 8 ровно. Подали к сразу. Я близко. Неужели я выиграю снова против Варлока с големом, когда я без голема? Две игры, если я так выиграю, это вообще легендарно. Пауза. Чувствуешь ли ты, что ответственный за поведение токсичных дотеров сейчас, что будет за... ответственный даже близко за нет. Клана, или тебе пофиг ли это проблемы людишек? Я даже близко не ответственен за поведение токсичных дотеров, потому что я пришел в эту игру, она была токсичная. Я сам стал токсичным из этой игры. Ответственны ли дотеры за то, что я стал токсичным в доте? То есть подумай, ну... Он его даже не выжег. Но... Сколько тут хп? 18, 6. 18 плюс 6. 24, 24 плюс 8. 32 хп. Может ли такое быть, что в теории... Выживает таунт, но при этом лицо... Может быть, один хп у таунта и один хп у лица, кстати, в теории. Я его пиздуном... Может ли такое быть? Пизду наносит 30 дэмэджа, у него 32 хп. И типа, один хп может остаться у лица, и один хп у таунта. Ладно. Привет. Бля, какой же я лучший. Я и без пиздуна выигрывал. Он бы мне выжег пиздуна, но я не выигрывал. Потому что я два раза выиграл без выжигания карт. Мне выжгли, не выжигал карты, я два раза выиграл. Бать, красава. Да я. Фу, это кайф. Это реально приятно. Короче, я не ответственен за поведение токсичных дотеров. Потому что, ну, это такой бред. Получается, они тогда ответственны за то, что я стал токсичным дотером. Логично? По такой логике. Ответственен ли ты за Крикина и культуру языка рафланов? Ну, я придумал культуру языка рафланов. Понятно, что я ответственен за то, что я буквально придумал. Но конкретно в языке рафланов нет ничего токсичного в этом сленге. Сама его сленг. Ответственен ли я за Крикина? А что такого, чтобы заорать на? Это какая-то проблема, типа, или что? Что там? Это обязательно какой-то негатив должно нести? Или тебе пофиг, это проблема людишек? В любом случае мне пофиг. В любом случае мне было бы пофиг. Понимаешь, я могу быть ответственен за что-либо, если я конкретно советую или говорю, как делать. Раз я кому-то когда-то говорил, что нужно там себя плохо вести, токсично себя вести, я не говорил никогда «делайте, как я». Я скорее мог говорить, типа, «делайте, как я говорю, а не так, как я делаю». Но в любом случае, если что, мне было бы пофиг, да, и это будет проблема людишек, потому что каждый человек ответственен за свои поступки. Если его буквально заставили. На что людям, ну, вообще мозги, на что они нужны? Чтобы делать свои какие-то выводы и решения из любых ситуаций. А по поводу токсичности, повторюсь, получается, дотеры ответственны за то, что я стал токсичным в доте. Ну не то, чтобы я не был прям вообще токсичным, но anyway... То, как я себя вел в доте, получается, другие дотеры за это ответственны. Или, допустим, там мои хейтеры за это ответственны, которые специально меня раздражали и там портили мне игры. Ну, в общем, вот так вот это вот, ну, это бред. Выросли на моих стримах.
обвинять меня в том, что я в доте матерился, когда там по-другому нельзя было, когда там все так делали, понимаешь? Это же не то, что я какой-то один стример, который вот такой токсичный. И были и другие токсичные стримеры, и вся сама дота и ее комьюнити была ультра-токсичная. Это самая токсичная игра ever, кстати, за всю историю. Всех, что я, по крайней мере, играл. Ладно, гайз, финалочка! Вы готовы? Я не знаю, что здесь добавляли. RDR не добавляю, правила Хоуксона, это было честно написано. Я не играю в игры, которые я уже сыграл, мне не понравились. В RDR я наиграл 30 часов. Нет, RDR мы не добавим. Я не знаю, что добавили последние два наната, вы не уточнили. Я сейчас уже не смогу найти, скорее всего, поэтому... Bioshock 12100. Тут было 12100. Так, я думаю, в таймере мы не нуждаемся. Но я дам... Давайте я вам дам 2 минуты на последний донат. Я пока отойду. Вот, 2 минуты на какие-то ультра-последние донаты. И все. После этого мы в любом случае уже начинаем колесо крутить. Независимо ни от чего. Давайте поставим трек из серьезного Сэма. Только я его поставлю, конкретно на прокрут. Окей. Или можно сейчас? Короче, поставлю его, когда будет минута. Мой клинок! Даже не буду. Все, Крис. Слышишь, краба-спи? Как я сделаю краба-спин? Это не настоящее колесо. Это не настоящее колесо. Как я могу сделать музыку с Crazy Time? Как я сделаю краба-спин, если это не настоящее колесо? Я должен сам вот так вот делать, как крабачев перед вебкой. Я не люблю какую-то, знаешь... Я уже много раз повторял, что клоунада на стримах, она в первую очередь ради меня. Когда мне что-то в голову пришло, я сам себя развлекаю. Я не люблю, когда мне кто-то говорит, там, знаете, как вот в первые стримы доты, мне говорят, Зарина, там донат приходит, Зарина, на тебе за это 500 рублей. Я так, таким не занимался никогда. Типа, знаете, для кого-то клоунада. Себя я развлекаю с удовольствием. Если вам тоже весело, то заебись. Но конкретно, когда мне просят что-либо сделать такое кринжевое... Какое же дерьмо выиграет! Life is Strange имеет самый большой шанс. 25% .68. Dark Souls около 13%. Ну, вы видите сами. 300 рублей донаты имеют 0.25%. Все, я нажимаю. Это финальный, все. Полетели, бля. Life is Strange проебет. ГГ. Только не Dark Souls. Хотя похуй. Эй, Life is Strange походу. Оно должно было проебать. Оно проебет по-любому. Оно проебет. Нет. Как, блять. Я знал, что это хуёвая идея. Блядь. Какой там был шанс? Эй, Life is Strange, походу... Life is Strange проебет. ГГ. Только не Dark Souls. Хотя похуй... Эй, Life is Strange, походу... Оно должно было проебать! Оно проебет! Оно проебет по-любому! Оно проебет! Нет!
блядь. Я знал, что хуёвая идея. Это был шанс. Ебать. Как это вообще произошло? Я знал, что это хуёвая идея. Я знал, что это плохая прям идея, блядь. Как? Ну, типа, вот, ну, просто выигрывает какое-то ультра-говно без шанса. Еще бы, я не знаю, еще бы, блядь, какой-то... Где тут это было? Секс со Сталиным выиграл. Или, я не знаю, ну, это пиздец. Ну, по крайней мере, легкий дроп, легкие деньги. Короче, легкие деньги, легкий дроп. Но это пиздец, 2.26. Еще я подумал, Life is Strange выиграет. Потом я понял, нет, он никак не может уже выиграть. Потому что, ну я не видел, что там дальше. Блять, лучше бы Life is Strange выиграл, это просто пиздец. Типа, даже немножко минус мораль в конце стрима. Я что-то, даже как-то, знаете, как будто, бля, паник. О, вот это слово, паник. Вообще странно было. Но это легкий дроп. Это максимально быстро. Я даже не хочу читать чат. Чтоб там все по-любому, блядь, надо мной рофлят. Ладно, всем пока. Первая ссылка под стримом. Я подрублю казик через минут 10, наверное, кстати. Минут 10. Может, 15. Не, вернее, сейчас подрублю его. Я его сейчас подрублю. Но отойду плакать. Гранаты, но... Чекнул Lost Ark? Да, я чекал Lost Ark. Еще второй раз уже его чекал. Знаешь, ну, выглядит реально неплохо, но... Короче, игра очень визуально неплохая, но... Я не буду играть. Ой, бля, как же это было тупо, бля, это самое тупое, что видел в своей жизни. Это еще... Это просто как будто в Hearthstone поиграл. Мой клинок сажит мне воплощение ужаса. Здравствуйте. Сегодня будем ныть в Хардстончике. Вот Хардстон, конечно, такая дерьмо игра, но бывает тебе просто интересно играть какой-то колодой. Знаете, просто интересно пораскидать картишки на определенной колоде. Вся суть. И ничего более. Просто интересно подраскинуть картишки. Определенный колода. Колода. В принципе, хороший. Я тут уже играю только варлоков. Шмана даже не играю. Остался хантер, удалил вообще. Нигде не хочется играть, кроме этого варлока. Им реально приятно играть. Легенду набил, теперь, в принципе, хочу играть. Возможно, это уже последний стрим КС в этом месяце. Тебя. Не знаю. Так. Не беспокойся, мать земля присмотрит. Леандрин! Леандрин или Леандрин? Your soul shall be mine! Your soul shall suffer!